Соседи бывают трех типов. С одними мы неплохо общаемся, с другими обмениваемся стандартными «привет-пока», а о третьих не любим вспоминать лишний раз. У АТВ тоже есть соседи, наше любимое радио МСМ. А к какому типу относятся они, сейчас узнаем. Всем привет! Как у вас дела? Как настроение? Отлично! Как эфир идет? Идет! Да, хорошо. Идет. Хорошо идет. Как бы описали МСМ в двух словах? В трех можно? Музыка моего города. Ну, оригинально. Предсказуемый. Посмотри наверх. Мне кажется, очень предсказуемый. Ты поймешь, что это девиз нашей радиостанции. Это энергия, это непредсказуемость и это молодость. Правду? Да, только правду. Ну, здесь можно поговорить как о хорошем и о плохом. Веселье, какой-то задор, радость, позитив. Ладно, ум добавила. Это веселье, щедрость и позитив, пускай будет. Хорошие, позитивные люди. Часто еду в машинке в какой-нибудь, слушаю три восьмерки MCM, My City Music. Самые крутые, классные. Позитивные, работать невозможно в офисе. Ходят, бегают по офису, орут, ржут без причины. Это невозможно уже. Что-то делать с ними надо. Это мы вырежем. Нет, не вырежем. АТВ – это энергия, мощь, ум. Можно наоборот, ум, энергия, мощь. Любимые, но, блин, но, вечно блин. Вечно психующие. Психующие, да. Соседи. Мы вам подарим антидепрессанты. Мы просто очень сосредоточены. У нас действительно очень разная работа. Да, мы такие. Да. Мы шумим, мы не даем городу вообще скучать. Поэтому с нами надо смириться, полюбить и слушать. Конечно, мы любим вас. Погнали в эфир. Да. День вязания крючком. А сейчас есть кого-нибудь поздравить? А, себя. Как думаешь, что нужно делать, чтобы стать радиоведущим? Чтобы быть радиоведущим, надо в первую очередь быть позитивным человеком. А у нас на МСМ люди позитивные. То есть ты обязан быть жизнерадостным не просто в определенное время по определенному расписанию, а всегда. Несмотря на все проблемы, ты должен знать, что сейчас Валера, Марина или Доржик тебя слушают, и ты просто должен поделиться с ними теплом и эмоциями. Я вообще самая веселая. Я могу на МСМ работать. Да? Конечно. Ты можешь тоже так вот говорить, говорить, говорить. Конечно, говорить. Вообще без проблем. Не устанешь? Нет, еды дайте, я буду говорить. Мы 3 часа говорим без перерыва, да, и мы можем, мне кажется, и больше говорить, и, ну, это действительно, это наше. Мы заряжаемся от наших слушателей, которые нам также не переставая пишут, и вот эта реакция обратная тоже очень ценная. Я, на самом деле, АТВ последний раз давно смотрел, дежурный по городу в основном смотрю. Эти люди мешают нам работать. Главный. Простите, пожалуйста, Сергей Михайлович, дай бог вам здоровья, я терпения. Спой еще, спой в микрофон еще. Я я нашел день. Я помню миг. Я не знаю эту песню. Когда забил живой родник. Да. Мы здесь родились, здесь наш дом. Я помню, когда только-только открывалось радио МСМ. Было так прикольно смотреть за этим всем. А сейчас уже все уже. Это не ребенок. Угу. Да. Ты подросток такой. Какой подросток? Это уже состоявшийся дядя. А, честно, скажи, когда-нибудь хотела попробовать себя в роли радиоведущей? В принципе, да, было такое желание, но мне кажется, у меня бы не получилось. Ну, не знаю. Например, когда мне грустно, я вряд ли бы смогла так. Эй, хе-хей! Ну, сейчас же у тебя получается. Вообще, я тебе должен сказать, что ты слишком красивая для радиоведущей, поэтому работай на АТВ. Они ржут, ходят по офису. Это безобразие, я считаю. У нас в офисе запрещено улыбаться, и смех вообще запрещен. Это мешает работе. А ты что о ребятах думаешь? Да ничего, веселые, забавные. И все? Такие
А, материться же нельзя. Да, нельзя. С тараканами в голове своими. Да. Давайте друг друга все-таки уважать, любить, ценить. Всех выгнать на какие-нибудь полевые работы. Профилактику надо. Ну, не знаю, шишку бьют пусть, ходят, околачивают по лесам. Думаешь, сложно быть радиоведущим? Да нет. Нет? Ну, ты бы смог. Наверное. Ну, давай прямо сейчас. Прямо сейчас? Да. Так у них же кончился эфир. Или мы попакостим? Да, попакостим. Пойдем? Надо пробовать в эфире, потому что здесь же не только надо, вот, мне кажется, что он все-таки не это. Он скажет, я не люблю людей, не подходить. Ну вот и все, а людей надо любить. Все-таки, АТВ и МСМ, это же любовь? Это любовь, однозначно. Обнимитесь. Давайте обнимемся вообще все. Конечно, это все шутки, и мы любим наших коллег. И это любовь взаимна. Скоро М7 празднует 3 года, поэтому давайте поздравим их в комментариях. Дарья Белева, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.